продолжаем поездку в Геленджик. Это мы остановились у знакомого пчеловода, который выращивает пчел. Смотрите, уже жужжат. Уже жужжат, да, во всю. Гляньте, какие пчелы. Здесь очень тепло. Это какой-то сад, наверное, уже даже персики какие-то. Вот горы. Пчелы. Вообще, по сравнению с Краснодаром, гораздо теплее. Я хочу сказать, дорога на Геленджик прекрасная. Никаких нет проблем у меня. Вот уже у них домики с пчелами. Вот, а вот горы, которые вы можете наблюдать. Это Кавказские горы. Вот. Тут, конечно, очень много вот таких пчеловодов. Вот как едешь, с трассы съезжаешь, и уже стоят домики. Вот. Наверное, они и мед продают параллельно. Вон горы. Небо вот тут вроде как чистое, солнышко. Травка, гляньте, какая зеленая. В Москве, наверное, снег еще, да? Тут уже лето. Но туча какая-то висит над Геленджиком. Не знаю, будет ли дождь. Надеюсь, что не будет. А с этой стороны тут небо вообще чисто голубое. Прекрасный воздух чистый. Такой прям есть чем дышать. Вот. Все, народ, до связи. Еще дальше потом сниму для вас.